еще один дуэт вы сейчас услышите, увидите, только скрипичный дуэт. Федор Ильич Чайковский, дуэт «Прилепы и Миловзора» из оперы «Пиковая дама». Исполняет Виола Волокитина, ученица 3 класса, и Евгения Жаворонкова, ученица тоже 3 класса. Девочки учатся в классе заслуженного работника культуры Российской Федерации Валерия Николаевича Емелина. Концертмейстер Марина Александровна Каленова. Традиции благодарности за выступление.